И в продолжении темы. Иран рассчитывает на рост товарооборота с Башкортостаном в перспективе в 4 раза с нынешних 100 миллионов до 400 миллионов долларов в год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Исламской Республики Джавад Садати-Нижад на встрече с руководителем региона Радием Хабировым. Сейчас Башкортостан уже поставляет в Иран зерно и растительное масло. Минсельхоз Исламской Республики заинтересован и в закупках лесопереработки и животноводства. Кроме того, Иран готов заключить первый контракт на поставку из Башкортостана 5000 тонн халяль говядины. Республика также может поставлять в Иран минеральные удобрения и биологические препараты, а закупать фрукты и овощи. Хабиров подчеркнул, что республика может стать логистическим центром, откуда сельхозпродукцию Ирана можно поставлять в другие регионы России. Как нам удалось узнать, в республике Башкортостан много водных ресурсов. Это поможет развитию сельскохозяйственных направлений сотрудничества. Речь о приобретении различных растительных масел, пшеницы, кукурузы из Башкортостана. Также ваш регион богат своей нефтегазовой промышленностью и технологиями. Мы уверены в продуктивном развитии отношений во всех секторах экономики. Бизнес Ирана также интересуется арендой сельхозугодий в Башкортостане для выращивания агрокультуры и развития животноводства. Ради Хабиров отметил, что республика может выделить земли на эти цели в случае, если инвесторы готовы вкладывать средства в эту отрасль.